Здравствуйте снова. Итак, начинаем воскресную прогулку. И хотел бы вам показать, как растет авокадо. Не так, как его едят, как едят вы его знаете, а вот так вот оно растет. Вот так выглядят эти плоды. Очень маленькие. Еще вырастут. Ну, вы знаете, что ну, вот на будущее вот, киевлянам, украинцам, россиянам никогда не паркуйте автомобили под авокадо, особенно спелыми. Почему? Догадайтесь.